здесь переходят на зеленый, вынуждены бежать. И остановка. А при этом соседний светофор работает 23 секунды на соседнем перекрестке, и это никому не мешает. Именно зеленая фаза горит 23 секунды. И вот люди пошли на красный свет. Тем самым вот эта фаза неравномерная, она провоцирует дорожно-транспортные происшествия. И вот смотрите, загорелся зеленый дальний переход, а никому, некому уже просто переходить, потому что все перебежали на красный. Таким образом, на этот переход очень мало времени горит зеленый. А люди, во-первых, не успевают переходить. Во-вторых, они в такой фазе находятся друг относительно друга, что потом приходится очень долго ждать вот на этом островке посередине. Люди тоже не хотят ждать, начинают переходить. То есть две проблемы. Первая, вот, смотрите, на красный свет переходит. Первая проблема, что слишком длинная красная фаза, вторая, слишком короткая зеленая фаза. Третья проблема, их рассинхронизированность. Вот, смотрите, пожилые люди. Ну вот, пока машины едут, люди стоят, но ждут. Вот, люди переходят на красный. Массово причем. Дошли до середины, и их встречает красный снова. Вместо того, чтобы их встречал зеленый. Люди ждут, когда, наконец, поток машин иссякнет. Вот он прекращается немножко. Еще горит красный. И люди переходят на красный свет. Опять массово. То есть вот. И вот с другой стороны тоже самое. То есть светофоры настроены абсолютно неудобно для пешеходов. Люди просто игнорируют светофор и переходят так, как им удобно. Вместо того, чтобы настроить две зеленые фазы секунд на 20-30. Чтобы люди спокойно перешли через всю улицу одновременно, за один раз. И вот, пожалуйста, да, красный свет. Вот, люди переходят на красный, никто не ждет. И это, конечно, провоцирует дорожно-транспортные происшествия, в конечном счете. Не по вине пешеходов, а по вине... Баланс держать в данном светофоре. Вот этот светофор настраивает. Вот, смотрите, идут мамы с детьми и с колясками. Люди не хотят ждать на островке. Все, движение закончилось, люди переходят, пожалуйста. Ну, причем массово переходят, в том числе, смотрите, вот родители с коляской идут, с маленьким ребенком. То есть вот не дай бог врежется автомобиль, все, ни родители, ни ребенка. И зеленый загорается уже после того, как все перешли. Ну, надеюсь, этот ролик убедит руководство организации дорожного движения в том, что нужно... Причем, смотрите, остановка находится там. Нужно еще долго от этой остановки идти до светофора.